с вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Стражи Галактики. Давайте посмотрим, что нас ожидает. У нас же глава 2. Ну давай. Только не корпусного, только не корпусного, только не корпусного. А что же еще? Это корпусного. На тебе, поддых. Итак, Стражи Галактики. Продолжение. Глава вторая. Сейчас нас подберут. Ой, какой большой корабль-то. Халаспон. Патрульный корабль. Название Надежда Халы. Западнее. Надежда Халы? У меня там одно дело. Я сейчас. Надо избавиться от этого зверя. Срочно. Я серьезно, Питер. Иначе нам всем светит тюрьма. Да какая тюрьма? Это безвредная космолама. Безвредная? Помнишь Инокубе? Нет, не помню. Эту планету сожгли. Один придурок провез туда Экселона. Я вышвырну зверя в космос. Стоп, швырять не надо, так мы точно спалимся. Вдруг он разносчик болезни Зефрона? Вот поэтому Дракс спрячет его в тайном грузовом отсеке за растениями Грута. Питер, Джейсон, Квилл. Ты Джейсона припомнила? Эй, привет, Карел, как дела? Сколько прошло, 2-3 года? Выглядишь клёво, загорела. Это позор, Питер. Даже для тебя. Карел, все не так. Ты не думай. Что ты полез мародерствовать в запретный сектор космоса? В компании воров и убийц, как я вижу. Слышь, убивать за деньги — это другое. Да брось, Карел. Ты меня знаешь. Мы столько пережили. Не отрицаю, свою линию. После войны я всяким занимался. Реально всяким, но... Мародер? Ты попался на выходе из карантинной зоны. Формально да, но мы не мародеры. Ну-ну. Питер Квилл, они лежали в отсеке, в том, где ты сказал. Мне пришлось вытащить, а то дебил. Не хватало места другому. Питер Квилл, с планеты C-53, согласно закону ZXP-47, я арестовываю тебя и твою команду. Слушай, я перезвоню. Что? Пожалуйста, скажи, что этот ящик не набит контрабандой. Но, конечно, он набит контрабандой. Причем исключительно ценной. Здорово. А что? Это корабль опустошителей. Тут даже переборки крадены. Мы не можем все спрятать. Я выкину ящик в космос. Только попробуй, морду расплавлю. Оружейные системы Милана устарели на 4 поколения. Эта техника нам нужнее, чем дурацкая зверюга. Может, ну, да. Это зверюга? Биоугроза третьего класса. На килн захотелось? Так. Прячь ламу. Что? А мои вещи? Слушай, я знаю, Карел. От техники еще можно отмазаться. А вот потенциальная биоугроза... Я не настолько обаятелен. Ты с копом спал? Она тогда не была копом. Я к тому, что мы были близки. Доверьтесь мне. Давай. А вот и штурмовая группа. Прибыли. Ладно, сейчас спрячем скотину. Такой маленький корабль, да? А такого большого корабля. Надежда Халла, звездный фрегат корпуса Нова. Патрулирует карантинную зону. Небо поговорит с Центурионом Карелл. Молчать, пленник. Пленник. Ну-ну. Посмотрим. Вы в курсе, что у меня енот есть? Благодаря ему мы сейчас свалим. Не станет тратить время на общение с пиратами. Да в том-то и дело, мы не пираты. Мы уполномоченные наемные герои. Да, вот именно. Пробей по картотеке, хмырь. Официальная лицензия номер 67398-2. Спаржа Галактики. Да. Что? Нет. Ракета. Но формуляры заполнял Грут. Я дописал остальное. Не самые известные герои, каких можно нанять. Но определенно в пятерке лидеров по красоте имен.
Члены-спонсоры? Грут, Флора Колоссус, последний в своем роде, бесстрашный боец и лучший друг. Да. Ракета, супергений и настоящий волшебник по части взрывчатки. Точно не енот. Гамора, приемная дочь Таноса. Самая опасная женщина в галактике, и этим все сказано. Дракс-разрушитель. Серийный убийца и герой галактической войны. Бывает сварлив. Последний во всех смыслах. Питер Джейсон Квилл. Все. И все? Всего 7 слов? Больше не уместилось. Простите, извините, мне только... Кадет Голд, что ты здесь делаешь? Вы не знаете, правда? Читайте. Направить на обучение. Я на обучении. Ты не маловато для корпуса? Ты не староват для такой прически? Что-то... Я уточню у капитана. Нет. Нет, она одобрила это. Не могла же я сама без ее ведома. Простите, сэр. Обувь задержанных противоречит уставу, пункту 7А. Вот на этом реактивные ботинки. Это для красоты. Молодец, кадет Голд. Класс. Прощай, план Б. Нам не нужен план Б, я все решу. Нет, ничего ты не решишь, пират. Решаю я. Встать в строй. Так, на выход. Какой строй? Куртку не лапай. Кадет Голд, умеешь проводить арест? Я все выучила. Первым делом? Первым делом и извинись. Мы законопослушные предприниматели и следуем закону. И мы не охотились на монстра в нелегальном секторе. Делайте, что говорят. Как увижусь с Карел, объясню. Капитан с тобой общаться не будет. Почему это? Мы доставим вас в карцер, как предписано. А ну стоять. Что-то случилось? Да. Нет энергии, веры, нет питания. Нет питания, нет защиты. Это что за поп? Одна искра. Техники разберутся. Они... Им не постигнуть сути! Как они починят то, чего не понимают? Успокойте великого объединителя. Просканируйте еще раз. Кого? Объедков-ценителя? Давай, великий сканируй. Объединитель Рейкер. Глава церкви Вселенского чего-то там. Он дрейфовал в карантинной зоне. Искал там Бога, все по его словам. Пошли. Мы поймали его, как и вас. Вот только я знаю капитана. А мы поймали его вместе с теми двумя штуками. Капитану, что я... Мама прямо сказала, что не хочет тебя видеть. Да, Квилл. Стоп. Она... Нет, что ты там сказала про маму? Вот тебе. Квилл! Питер! Подайся на что-нибудь! Нет. Блин, ладно. Пробуем еще разок. Сейчас там мы готовы, давай. Квилл! Питер! Подайся на что-нибудь! Нет. А что, надо как-то определенно успеть? Ладно. Это кто, ну надо в определенный момент нажать успеть. Это не, это же такая хитрая игра. Сейчас. Посмотрим. Не надо так яростно нажимать. Сейчас нажмем. Быстрее падайте там. Ой-ой-ой. Загрузка щита. Во! Говорю же, в определенный момент надо. Ну? Я тут. Малая, ты там? Она-то как выжила, ни хрена с такой ты высоты. Цела? Да, кажется. Подожди, попробую. Воу-воу-воу-воу-воу! Жаль, что... Ботинок... Опа! Кадет Голд, да? Ники! Рад познакомиться, Ники! Х!
Хватайся, по ногам залазь. Ники, план такой. Прыгай, хватайся за мои ноги, а я постараюсь не упасть. Что-то план не... Все получится, поверь мне. Хотя выбора-то и нету сейчас. Видишь? Дай. Смогу. Надо же, круто получилось. Конечно. Слава богу, все. Друзья навек, да? Спасибо. Потеряй я арестанта, мама бы меня убила. Мама, ага. Ладно, пойдем отсюда. Ну? Вон бронированная дверь, укроемся там. Эй, так, помоги мне. Ко мне. Функции-то отключили. Готов? Давай. Один. Ни хрена себе я сильный. Такую штукенцию он оторвал. Отодвинул. Сюда. Кадет Ники. Валась. Держись рядом. Я знала, что с этим кораблем что-то не так. Ловить богов на свалке? О, нет. Дело плохо. Богов? Только бы ребята не пострадали. Двери закрываются в случае аварий. Что за боги? Есть спецключ. Такие ключи выдают стажерам? Не совсем. Секундочку. Так. Давай, сними наручники. Я могу помочь с дверью. Скинуть бы кандалы. Предписание 3Б. Наручники не снимать. Слушай, тебе ведь нужна помощь. Нет. Что за упрямица? Не мой арестант. Сама справлюсь. Я и вижу. Так, ищем другой путь. А тут точно нельзя пройти. Тут я командую. Как... Ты сейчас докомандуешь нахрен уже. Ты как? Раздавить тебя чем-нибудь. Нормально. А ты? Все пучка. Так, нам сюда. А нам не нужно наверх? Ну, к остальным. Опа, чуть не пропустил. Здесь еще одна дверь. Мы же убедились, что твой суперключ не работает. Сработает. Ну да. Только где? Почему пират? Вы издеваетесь? Спокойно, не бойся ты. Сейчас бы реактивные ботинки очень пригодились. Пират. Так, спокойно. Зато благородный. Не хочу тебя торопить. Уже почти. Так. Может, перестанешь вертеться? Это отвлекает. Ладно. Что тебе надо? Да. Так, смотрим. Молодец. Спасибо. Ты тоже ничего, пират. Звездный лорд. Или Питер. Или там, спаситель кадетов. Ладно, Питер. Дело такое. Есть две новости про твоих друзей. Хорошая и плохая. Так. Ты понял? Давай хорошую. Они в порядке. То есть, они там живы. Так, а плохая? Они сейчас находятся в карцере. Мало ли ты надеялся, что они сумели сбежать. Опа. Эй, мы не виновны. Какой нам смысл убегать? Блин. Куда это ты собрался? Хочу убедиться, что здесь мы защищены. Ну, от огня. Нормально. Блин, надо с этими наручниками бегать. Пойдем. Здесь безопасно. Сейчас понадобится что-нибудь. Трубы лопнули. А у меня рук нету. Может, вызовем кого-то по этой твоей штукенции? Это лишнее. Я разберусь. Помоги мне, надо перекрыть пламя. Хорошо. Все, наверное, переживают. Пропала дочь капитана. Нет. Не дочь капитана, а член команды. Так ты будешь помогать? Есть, мэм. Потихоньку. Давай. Еще немного. Хорош. Вот так. Не волнуйся за меня. За меня и так все волнуются. Так. Так. Да, приструни меня. Я тут взрослый. Взрослым мама бы тебя точно не назвала. А как она меня называет? Лжец. Это что? Бандил? Глюк? Так, по-твоему, поступают взрослые? Залезают в тупики? Я прикидываю варианты. Это очень по-взрослому. Вау. Вот у тебя один. Идти за мной.
Или останешься здесь. Подождешь. Вау, костюм. Ну, не знаю, меня пока костюмы-то устраивают. Тут чего-чего пока. Знаешь, одно хорошо. Карел, скорее всего, теперь страшно зла на этого церковника. На великого объединителя Рейкера? И что тут хорошего? Не будет так уж злиться на меня. Все ее молекулы гнева утекут к нему. Ее гнева с легкостью хватит на несколько персон. Я поражаюсь. Да, не ты первая. А, вот, смотрите, прошел глюк. А то не было ничего. На этом роботе макияж? Что? А, да. Это Итс. Я знаю всех здешних ботов. Они как друзья мне. Я их перепрограммировала. И разрисовала. Ну да. Нет, это клёво. Теперь они разные. Правда клёво? Идём. Сюда. Давай, сейчас, подожди минуту. Так ты согласна, что с тебя причитается? Опа. Да. Взял и просто залез в какую-то дыру. Да, куда хочу, туда и лазю. Нет. К твоему сведению, тут есть лаз, по которому я мог бы запросто от тебя удрать. Но из уважения к тебе я сделаю вид, что не заметил его и пойду, куда скажут. Предписание 2Б. Арестант должен находиться рядом. Молодец, все их вызубрил. Блин, а куда ты? Помни команду, я. Само собой. А мама знает, что ты здесь играешь? Это вряд ли. Но что мне остается? Других детей на борту нет. Знаешь, у меня в твоем возрасте было мало друзей. Да, я сидел в тюрьме, но... Значит, мама... Ну-ка. Не врала. В тюрьме Читаури. Я был ребенком. У меня столько вопросов. Родителей тоже схватили? Нет, мама погибла. Отца я не знал. Как мне сделать-то, чтоб там все появилось? Что за глюкнутая такая штучка? Так. Слушай, у меня болезнь. Если я попадаю в замкнутое пространство, мне сразу нехорошо. Тебя не заставляли нарушать закон. Давайте-ка попробуем перезагрузить. В моем возрасте было мало друзей. Да, я сидел в тюрьме, но... Значит, мама не врала. Пока смотрим. В тюрьме Читаури. Я был ребенком. У меня столько вопросов. Родителей тоже схватили? Нет, мама погибла. Так. Отца я не знал. Здесь я все взял. Да нет, 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 нет. Не туда я нажал. Блин, придется идти, чтобы развернуться. Да, небольшая недоработка этой игры, конечно. Что если ты уж пошел, то пошел. Вот. Теперь хоть понятно, где я. Опа. Готов? Вот были бы у меня руки свободны. Слушай, было бы гораздо легче. Не легче. А как вы с моей мамой познакомились? Мы с ней вместе воевали на Меркурии. Я помню ее вспыльчивый нрав. Она вечно всех строит. Получает, да. Осуждает. Ты еще ребенок, Ники. Почувствовать Ники. Ты не знаешь, как устроена жизнь? Не лезь в спасательные капсулы. Я тебя понимаю. Правда? Это позор, Питер. Даже для тебя, Питер. Это запретный сектор, Питер. Да, все так. Ну да. Так, у меня такое чувство, что это вообще моя дочь окажется. Почему близко? Увидишь. Раз мы с ней были там... А сейчас у нее дочка. Хочу убедиться, что здесь мы защищены. Ну, от огня. Так, понятно, от огня. Ой, прокачка. Дай это бог, чтоб... Ну, ты скоро? Да, 1003, да. Так ну, понаходить каждый раз. Всего? Сейчас приду, подожди. Там тупик, поверь мне. Ну, конечно, я тебе верю. Я
обижу. Я тебе, конечно, верю. Еще один твой робот? Ее зовут Йокаста. Она ловит непрошенных гостей. Захватчиков, нарушителей, заплутавших арестантов. Да. И как она меня будет ловить? Помни, командую тут я. Само собой. Руки к крюке. Если это попытка сбежать с маминого корабля, так и скажи. Я, в принципе, очень даже заинтересован. Только... Опять. Главное, чтобы это не выглядело как похищение. Что? Нет! Нет-нет! Только обещай, что никому об этом месте не расскажешь. Ух ты! Не смейся! Нет-нет! Прикольно! Это твое тайное логово? Это точно лучше, чем карцер. Мы ненадолго. Проверю, как тут Ультима. У него приводы чудят. Не торопись. Это прогрузка что-то какая-то. Твоя мама одна побеждает в войне? Я знаю, что это не только ее заслуга. Нет. Последний рывок мы сделали все вместе. Ты тоже? Так, это что такое? Я оказывал им поддержку. Пиратствовал? Ходил в рейды. А это хорошее пиратство. Что ты забрал? Знаете, так, вы нашли разбитый передатчик, вы сможете обсудить эту находку с Грутом, когда вернетесь. Понятно. А, это Меркурий, да? Ага. Это то сражение, в котором участвовала мама. Говоришь, ты тоже там был? О, да. Да. Она бы не справилась, если б не мы с опустошителями. Поправь, что ли? Мне подрисовать тебя? В интересах исторической точности. Помочь? Нет. Ну, давай спасибо. Быстрее тогда. Почти все. Так, вот эту сейчас посмотрим. Это Крилар? Да, это старый рисунок. Сейчас я могу лучше. Нет, нет, классно. Хотя мрачновато. Эй, сюда нельзя. Это личное. Не входить. Я понял. Я, в общем-то, закончила. Надо идти. А то мама совсем взбесится. Да, она умеет раздуть из мухи слона. Ведет себя со мной, как с маленькой. Не только с тобой. Так ты и так маленькая. Ты меня понимаешь, да? Если у вас с мамой будет разговор и зайдет речь обо мне... Видишь ли, я вроде как не должна бы... Ты не хочешь, чтобы она узнала про твое логово? Понятно. Да, и про все остальное. Все остальное? Ну, что у меня есть ключ, который отпирает некоторые двери, и что я назвалась стажером, и что я была поблизости от ангара, и все, что касается меня, ты меня не видел. Понятно. Лифт тут, рядом. Глупо, что ли? Считай, пришли. Уже почти. Давай. Серьезно? Я уже добежал. Секундочку. Помочь? Да. Мам? Я объясню. Попались. Ники. Да ладно. Все нормально. Честно. Высший класс. Во имя Хала, о чем ты думала? Связалась с преступниками. Пошла на задержание. Подозреваемыми. Чуть не погибла. Догадываешься, какой нагоняй тебя ждет? Мам, ты обещала мне больше свободы. Свобода не право лгать офицерам. И лезть, куда не просят. Я виновата, что чей-то корабль взорвался. Запретная зона не зря так зовется. Я тебе не арестант. Ты ребенок. Ты хоть слушаешь? Эй, эй. Нам всем пришлось очень тяжело. Давайте успокоимся. И признаем, что каждый из нас не без греха. Ха-ха. Особенно я. Потушите пламя и осмотрите ангар. Есть, командир. Узнайте, почему взорвался тот челнок. Великий объединитель Рейкер не идет на контакт. Так надавите на него. А вы двое за мной. Ну пойдем. Куда ты нас? Конечно, ты затащишь. Бесилась. Иначе не бывает. Даже Питер так сказал. Он сказал, правда? Я думаю, Питер оговорился, с ним часто бывает. Скажу прямо, Ники меня спасла. Она держалась молодцом, ты можешь ей гордиться. Из твоих уст, Питер, похвала ничего не стоит. Ну, спасибо. Почему ты ведешь себя так грубо? Можешь его выслушать? Мне плевать, что он скажет. Верхний уровень. К
Каюта капитана. Наконец. Блокировать двери. Блокировка дверей. Теперь убьешь нас? В теории открыть эти двери могу только я. Да, я знаю правила. А по-моему, нет, потому что ты умудряешься обходить все барьеры на этом корабле. Я хочу знать, как. Давай. Или покажи мне. Так. Мам! Ну-ка. Я правда не понимаю, о чем ты говоришь. Разблокировать двери. Обычный режим. Активировать. У вас нет таких полномочий. Хотел помочь. Лучше не лезь. От тебя нам помощь не нужна. Вот ты, спасибо. Просто так люди в лифтах не запираются. Выпущу, когда ты мне все расскажешь. Ты и так все знаешь. Нет, не знаю. Ты вечно лезешь, куда не просят. И каким-то образом тебя постоянно ловят в запретных зонах. Я мелкая. Ясно? Везде пролезу. То есть и охрана тебя не заметила, и блокпосты миновала, и двери тоннеля сами открылись, и на этот уровень ты случайно попала. Там же был сбой в системе, помнишь? Да. Да, и все отключилось, и... Не было такого. Ну как это не было? Ты что, правда сейчас выгораживаешь 12-летку? Да. Ну надо же. А выглядит на все 16. Питер! Да что? Она все делала по уму, она смышленая. Чересчур вскрывает любые замки. Или, может, у тебя имеется допуск 6-го уровня? Так и знала. Николетта, выверни карманы. Попалась. Нет. Сама выворачивай. Ники. Что? Ну да. Ты давай. Что-то скрываешь. У меня к тебе чувства. Что-что? Ну знаешь, не такие прям чувства-чувства. Эмоции. Из-за этих взрывов и всего, через что мы с тобой прошли на войне. Но теперь вроде все выплеснул. Порядок. Что ж, хорошо. Ты позволишь? Слушай, я ничего не скрываю. Я бы не стала. Потом поговорим. Отменить блокировку. Блокировка снята. И... можно помочь им в ангаре? Нет, возвращайся в каюту и сиди там ближайшие 30 оборотов. Ну, спасибо. Мам! 30 а оборотов. Может, хочешь 30 циклов? А! Вот спасибо тебе. Ну и денёк, да? Взрыв челнока, нарушители карантина и дочка. И не говори. Чуй. Чуй. Не верится, что ты его сохранила. Как он уцелел? На Меркурии было 1000 градусов. И это было 1000 циклов назад. Можешь оставить его себе. Он твой. Ой, спасибо. Я же велел ему тебя охранять. Пусть выполняет свой долг. Тем более, что сейчас у тебя есть дочь. Что у тебя? А у меня? Так. 12 лет. Которой не было тогда. 12 лет назад, когда... Питер. Ну говори давай, что ты? Мы заметили ваш корабль, и я обрадовалась. Поначалу. Но теперь я вижу, что ты все тот же. Прежний, ты прежний... Не прежний. Я выплачу любой штраф, но дай мне 3 цикла. Я докажу, что я не то слово, каким ты хотела меня назвать. Заплатишь 7000 юнитов? За 3 цикла? Ого, да, это большие деньги. Ну вот. Ну а что, если, допустим... Сумма не обсуждается. Поисковый отряд обнаружил на твоем корабле целый склад запрещенной техники. И больше ничего? Ну спасибо. Ладно, ладно, получишь ты деньги, не вопрос. Затея со стражами галактики близка к осуществлению.
И если бы не наручники, я бы показал, насколько близка. Ну давай. Почему я уверена, что пожалею? Да ладно, разве я тебя... Ты не пожалеешь. Честно. Снимай. Ну, вот самое интересное, блин, пропустили твою что? У тебя 3 цикла, Питер. Не 4, не 5, 3. Соберешь всю сумму, выходи на связь. А если не соберем? Наше устройство отключит ваш корабль, а вас ждет тюрьма. Ясно, мы не подведем. Блин. 7000 собрать. Что за цирк, Питер? Ты обещал уладить вопрос. А что? 7000 юнитов не так 7 много. 7000 юнитов? Это огромная сумма. Где мы возьмем столько денег за 3 цикла? Придется грабить банк. Где еще? Ну да. Нас штрафанули. Да, в наш корабль вмонтировали датчик, который вырубит движки, если мы не расплатимся за 3 цикла. Зато нас не отправили в тюрьму. Пока еще. Да бросьте вы. А какой нынчик курс? Разрушитель. Ты убил Таноса. Якобы. Тебя не напугаешь каким-то штрафом. А Гамора, ты как агент Ми-6, только круче и сексапильнее. Тебе все нипочем. Началось. Ракета, ты гений, а прыти у тебя хватит на 10. Сколько раз ты сбегал из тюрьмы? 7. 7. Я есть Грут. Ты есть Грут. Ребят, мы же с вами команда. Блин, вот ты сказал все про Грута. У нас денег и составить план. Поройтесь в закромах, посмотрите за диваном, загляните под верстак. Глядишь, там завалялась пачка другая юнитов. И я у себя поищу. Ладно. Так. Вот почему нельзя спать с копами, Квилл. На моем корабле бомба. Он мой. Что нам сделать теперь? Найти. Я за Глава 3, цена свободы. Это ты к чему? Не секрет, что грызуны все тащат к себе. Орехи, технику, юниты. Юниты. А, так, во-первых, я не хапуга и не грызун. Ты спрятал на борту трофей. Неси, живо. Да нечего нести. Грут взорвал наш тайник на контракте, а остальное так. Я отдал Квиллу и Гаморе. Надо будет расспросить об этом доступа. Ракету. Потом. Так я и поверил. Иди донимай кого-нибудь другого. Непременно. Так, это мы тут уже плавали, знаем. Открой дверь! Я знаю. Так, так, так. Не завалялось ли тут чего-нибудь? Да ну. Ну. Что это? Тридцать семь юнитов. Нам не хватает еще 6963. Чтоб не лишиться корабля, Питер Квилл. Я знаю, знаю. Нам явно нужен план. Свое предложение я высказал. О, только не Фин-Фан-Фум. Да, нужно поймать Фин-Фан-Фума. Дракс, заработать можно и проще. Скажем, продав барахло Гаморы. Что? У тебя этих дурацких сувениров уже, наверное, целая куча набралась. Должны же они чего-то стоить. Поход в зону и так был. Она не хочет делиться. Мои статуэтки, не сувениры. Да, мы все влепли, а ты даже не готова ничем пожертвовать. Проложи курс к системе Маклу. Я пожертвую твоей башкой. И вези нас к величественным горам Кокаранка. Ребят, может, выслушаем Дракса? Фин-Фан-Фум — это злейший из знаменитых монстров галактики. Сколько костей сокрушил он без жалости. Нанизал на клыки черепа великих охотников. Мы покроем себя славой. Ты смерти нашей хочешь? Славной смерти? Исключено. Но раз все так... Забудь про мои вещи. Я есть Грут. А Грут может что предложит? Да. Есть Грут. Правильно. Семья. Говорит, надо соединить две идеи. Продадим ее сувениры Фин-Фан-Фуму.
Гениально! Да, но в твоем плане есть один изъян. Леди Хеллбендер скупает чудовищ, а ты не чудовище! Ну да. Правда, он самый добрый. Я есть Грут. Вот и нет. Ethan Кого Soul. Ты надеешься обмануть? Я есть Грут! Да ну! Чудовище, сейчас покажу. Эй, тише! Так, короче, хомяка разразнили. Ты правда предлагаешь? Нет, нет, ничего он не предлагает. Ясно? Это идея. Какая? Продать Грута, а потом его вызволить? Вздор. Леди Хеллбендер ищет монстра, по сути. Маленький уродец отлично подходит. Он склочник, садист. Его душа черна и пропитана гневом. Ну, здорово. Королева щедро за него заплатит. Правда? Сколько? И ты согласен? Я знаю, кто я такой. Я знаю, он не такой. Я есть Грут. Я за Грута. Думаю, она должна на него польститься. А я за не Грута. Я тоже за жуткого зверя. А я за енота. Паритет. Питер? Я за енота, потому что он хоть... Ну, душой ракета явно страшнее. Неуравновешенный, злобный, бесчувственный к нуждам других. Ладно, мы поняли. Я к тому, что из тебя выйдет знатный монстр. И нам явно пригодится твоя смекалка, когда мы придем тебя вызволять. Вот именно. Но просто, чтобы удостовериться. Ты точно не против? Смеешься? Я вам столько раз это припомню. Тогда погнали торговать чудовищем. Погнали. Посмотрим, кому нужен енот. Мы что, вот туда полетим? Которого перебрали. Говорят, на погодные условия Сикнарфа-9 влияет темперамент его госпожи. Женщины так не умеют. По счастью. И я почти уверен, что все не так плохо. Может быть, только еще хуже. Ветер, дождь, гроза. Здорово. Это за коридор только в облаках. Так. Вон она! Крепость леди Хеллбендер! Садись поближе к ней, Квилл! Я не хочу мокнуть! Сейчас сядем. Да, не вопрос! В саму башню влетел. Ты летишь не в ту сторону! Он вообще не летит! Ребят, не паникуйте! Сейчас скорректируем! Сели. Блин. Расплюнуть. Чё так трясёт-то всё-то? Это специально? Что? Зато так у нас будет время вникнуть в обстановку. Отсюда до базы 100 км. Ты знаешь, как я люблю вникать. Отсюда до базы. Видимо, нет. В следующий раз я поведу. Монстры не водят корабли. Так. Монстры делают, что захотят. Угрюм, доступ к данным. Перестань. А твои вечные жалобы к месту? Ты жалуешься. А, мне это не надо. Жалуется. Так, мы ладно. Мы все жалуемся. Доволен? Есть верстак. Душ. Не тот. Обсохну. Вот что я сделаю первым делом. Так. Вот это верстак. Ну-ка, енот. После того, как выплатим штраф. Как всегда. Контраксия. Контраксия? Да. Ну и что, что предсказуемый? Там ведь хорошая погода. Так. Скорость восстановления щита. Скорость восстановления щита увеличивается на 33. Так, задержка восстановления щита снижается. Задержка восстановления щита в бою. Так, дополнительное здоровье. Так. Вы создаете дополнительное восстановить. Так, здоровье, нанеся смертельный удар после взлета на реактивных ботинках. Так, если совершите рывок после получения. Так, вы ненадолго замедляете время, если уклоняетесь в последний момент. Так. Так, читер, вы сможете сканировать врагов в бою с помощью визора. Темп стрельбы удваивается. Так.
Нет. Ну, хотя давайте. Ладно, вот так. Воздушное скольжение, нет? Тактическое сканирование, так. Бонус низкого здоровья. Ну, у меня 1000 есть. Давай, по порядку. Наоборот. Одна штука, свежачок. Так. Ага, ого. А что, на 500 ничего нету? Ну, не валяшка есть только. Так. Воздушное скольжение, что? Давай. Готово. Все. Едва ли даже тебе под силу это сломать. Ну, конечно. Как же без дождя? Я ненавижу мокрый. Ну, ты шерстяной. Ой. Это-то что такое? Он сломан. Может, ракета починит? Я есть груд. Ракета? Здорово. А я... просто зашел проверить, все ли в порядке. И все в норме. Типа. Я есть Крут. Ты меня обижаешься, что я ноту продаю? Переводчик не работает. Я подумал, вдруг там есть вариант Крут. Типа того. Я есть Крут. Тогда бы я загрузил его в свой переводчик. Надоело, что твои мысли доходят до меня как бы отфильтрованной ракетой. Я есть груд. Так. Знаешь что? Погоди-ка. Эй, ракета! Что? Подойди на секунду! Сейчас узнаем, что он хотел сказать. Чего надо? Было бы приятно. Я занят. Глянь-ка, есть ли в этом переводчике язык Грута? Нету. Ты даже не проверил. Незачем. В дешевках не бывает пакетов с редкими языками. А если бы и были, их оттуда не вытащить. Правда? Стоп, а у тебя в переводчике разве нет пакета с языком Грута? Я что, по-твоему, купаюсь в юнитах? Такие языковые пакеты есть только у богачей. Но ты же сам говоришь по-грутски. По-талунейски. Ну да, говорю, худо-бедно. Пока нам не встретился ты, мы с Грутом лет 10 охотились за головами. Когда долго работаешь бок о бок, вырабатывается понимание. Я есть Грут. Правильно. Это по-твоему недопонимание, а по мне так разные трактовки. Я есть Грут. Да ничего подобного. Задания были дурацкие. То есть со временем вы стали друг друга понимать? Я составил табличку с его лексиконом, что очень нелегко, когда весь язык состоит из фразы «Я есть Грут». Значит, надежда есть. Конечно, надежда есть всегда. Так. Знаешь, у меня не всегда был вживленный переводчик. В смысле, мне даже испанский в школе не давался. Хотя, чем бы мне помог испанский, не ясно. Я есть Грут? Да уж. Эти первые годы. Я не мог понять ни единого слова. Ты даже не представляешь, как мне было тяжело. Половина здешних языков звучит как белый шум, щебет птиц или сломанный термин вокс. Знать не хочу, как на самом деле звучит ракета. Скажем прямо, телек совсем не подготовил меня к реалиям жизни в космосе. Я есть Грут? Повезло, что у тебя есть ракета. То есть, я знаю, каково это быть окруженным толпой, где никто тебя не понимает. Ходишь, словно неприкаянный. Ты ведь тоже таким был, да? До ракеты и до нас. Я есть Грут. Да, я слишком как редко тяжело говорю, с тобой общаться. Но ты важный член нашей команды. Я не могу представить спаржу галактики без Грута. Кто знает, если в нем правда есть твой язык, и ракета сумеет его починить, взломать или еще что. Я есть Грут. Вот так. Было бы здорово пообщаться. Нормально. Рад был пообщаться. Я есть Грут. Круто? А, класс. Все. Он мне сказал, что тоже приятно ему. С
Смотрим. О, тут пахнет ламой. Ну, лама. Что делать будем? Заскочили бы сперва на забвение, заработали бы деньжат. Ну, перестань, а? Не позитивно? Говорят, Сигнар, да. 9 непригоден для легкотелых существ. Мы придем по безумной планете урагана. Проверим на тебе, мы вот-вот промокнем до нитки. И наша судьба зависит от прихоти какого-то мифического воевода. Надеюсь, воевода. У тебя водостойкая. Леди. Ой, леди. Кроме того, корпус конфисковал твой ящик. Ну, вперед, я готова. Да, ну что ж, тогда пойдемте. Ай, ну почему? Ну что, вперед. Нет. Со всеми переговорили. Ее замка не так уж и далеко. Это не замок, это неприступная крепость. И как бы в нее проникнем? Спроси Питера! Ха-ха-ха-ха! Подберемся поближе, придумаем по ходу дела. Прекрасно, так, обновление тут цели. Тут нечего и думать, как торговцы монстры. Используйте отслеживание так, Лиза. Хорошо, монстр у нас есть. Вопрос, как сойти за торговцев? Хорошо, что на мне официальная форма торговца. Такой не существует. Правда? То, что ты не уверен, уже показатель. Так. Ого! Вы только гляньте, молнии как по этим... молнии сверкают. В жизни по этим таких штукам не видел. Метеорологическое самоубийство! Прекрасно. Поехали. Я куртку не попортил. У тебя хоть куртка есть, а кое-кто весь промок. Хватит скулить, шагай. Слышь, Грозолор, мы что, так и пойдем пешком? Нам столько топать придется. Не жаловаться, трудности лишь закалят твой дух. Представь, что это поход. Весело же. Пеший тур. Это то же самое, что я сказал. Да ладно, зато не будет скучно. Давай, давай. Не лазишь, да, по этим штукам? Ладно, ребята, тут по прямой. Главное не оступиться. Мы справимся, только не упадите, ладно? Согласен. Примем на себя гнев, леди Халбандер. Ты как будто хочешь попасть под молнию. Предательница Читаури не понять, насколько... Что именно ценно? Погибнуть? Выйти в прямое столкновение. Да что с тобой не так? Леди Халбандер презирает буличие несчастье. Это из-за тебя нас испытывает. Переключись. Не отвлекайтесь. Надо обхитрить ту даму, а не переругаться. Она не просто дама. Леди Халбандер воительница. Королева. И богатая. Подобрали. Богатая воительница королевских кровей. И она не устоит перед выгодной сделкой. Как и мы. Не все. Если леди Хелл такая могущественная, что она здесь забыла? Сигнар в 9 ее отчий дом. Тебе это понятие едва ли знакомо было. Откуда ты родом, никого не волнует? Леди Халбендер волнует. Так. Вау, вот тебе и приехали. Это уже перебор. Неплохо, леди Халбендер. Да молнии притягивает. Так все-таки идем? Подождите. Повешу, чтобы крепость была на виду. И это вполне разумный план. Как ты прячешься от ее величественного гнева? Я не прячусь. Эта буря совсем меня не радует, Квин. Вот так. Но ее дыхание меня тоже что-то не радует. Она даже пока не нормально. Здесь. Но вы хоть согласны, что это худшая посадка в истории? Почему ты не прыгнул? Да, планета не ошиблась, только север, не на той ее стороне. А вот я готов принять ваш вызов, леди Халбандер. Ладно, я признаю, получилось не очень удачно. Доволен? Нет. Давай. Эй, соберитесь! Следите за большими синими и не подставляйтесь под удар! Иначе нас просто сметет! Это верно. Вот тебе. Давай, перебегай быстрее. Блядь! Ладно, это оказалось опаснее, чем я думал. Блин, ты куда ты меня сносишь? Хочу жить дальше. Если
кто-то умрет, я пойду обратно. Надо, видимо, за этими штуками прятаться. Так. И куда это мы? Так. Ну давай. Доступны взаимодействия, массивный камень. Так, хрупкий материал, так. Еще один камень. А. Ну давай, сканируем. Обломки какого-то судна. А как мне туда попасть? Ну иди сюда. Так. Что-то я не понял. Я не понял, почему так-то? Надо это разбить. Все целы. Что-то я какой-то эпизод надо пропустил. Надо было лететь на Маклу. О, старый корабль сопротивления. Изрешеченный вдрызг. Несомненно, она и ее друзья Читалые. Мы не друзья. Ребят. Что? Я есть Грут. Желейка. Не знаю. Не подходи. Но уже не движется. Осторожнее, грызун. Но я выжил на полусвете. Боюсь я какой-то... Он не один. Готовьтесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Готовьтесь, как вам это? Подорви, что это за... Бам. Аморфные паразиты. Напали новые демоны! Смерть собрать должна была бы их напугать! Давай, давай, давай! А я был уже сейчас! Вау! А тебе не верь! Покажи им, Гамора! Давай! Клинок тебе в горло! А я что-то будет встретить! Дождем, потом смоется! Запускай, драк! И давай! Да что, они победуют! Надо быть быстрее у меня! Ой-ой-ой! Эта железка рассердилась! Хватай! Друзья готовятся к нападению! Я сорваю плоть его костей! Давай-давай-давай-давай! Плевать нам лишь! Все дело в отсутствии шипах! Давай, проруби! Последние слова! И... Енотик, давай! Да, я тоже чую! Лил, это кредит усладовля! Ой-ой-ой! Господа, берегите шипо! Они хотя бы уязвимы! Что? Разберитесь с трясунчиком! Хватай его! Ходить по этому студню.
Резать еще приятнее! Нормально, вроде. Это так, что ли, выглядят здешние монстры? Мы еще не в обители, леди Халбак. Эти парень не бегом. Не похоже на еду. Что было? Так странно стрелять по кораблю сопротивления. Дракс, можешь аккуратно вытащить реактор? Так. Боже, взрывоопасен. Разум бы его уже расстрелял. Через джунгли проложена тропа! Забирайтесь сюда! А мне вот как? А сверху она взять? Ведет к крепости? Надеюсь. Это Сикнар в 9. Все тропы, должно быть, ведут к ее крепости. Ладно, надо залезть на этот корабль. По утлым обломкам карабкаться будет проще. Утлые обломки звучит не очень, раз нам по ним карабкаться. Совсем не утлые! Перед нами обломки ушедшей эпохи. Так, полпути прошли. Что дальше? Сюда, сюда. Как-нибудь опустить это крыло. Вот оно! Так, ракета, займись панелью управления. Опускаем. Так, внимание, остерегайтесь красных огоньков. Почему? Это корабль сопротивления. Тут на каждом шагу могут быть мины. Нормально. Мины, мины — это плохо. Так. Рот мне хвост. Что-то не похоже на желешку. Говорят, клич леди Халбастер разносится по всей планете. Это и на леди не похоже. По всей планете. Кто ж так кричит-то? Так, ну мне-то вот сюда надо. Меня не обманешь. О, какой, какой красивый, внучка. Съесть. Смотрится красиво. Хочу. Только я, это спустя штучка. Как же можно описать могучий бури катана? Сейчас, подожди, подожди. Там бурь тоже не было. Осторожно! Тут прошел кто-то очень большой. Класс! Увидите тварь, у которой когти размером с Дракса, скажите! Мы ведь уже определились с монстром! Зачем этого-то выслеживать? Для забавы! Почему бы и не позабавиться? Надо держать себя в форме! Накликаешь ты... Дай угадаю! Тоже какой-то монстр! Надо же! Угадал! Есть шанс, что он нас не учуял? Нет. Так, следы лап! Вопрос один! На кого он бросится первым? На нас-то вряд ли бросится. Угу. Кого стреляешь, Питер? Ты увидел монстра? Нет, я просто готовлюсь. Давайте. Блин. Груд вонючий. Ты хочешь сгинуть в этой чаще? Да я просто осматриваюсь. Это что? Я мечтаю взглянуть на легендарный скринец леди Халбандер. Да, не сомневаюсь. Какой самый жуткий монстр? Вот тебе. Еще один знак, что нам здесь не рады. Если ходить только туда, где нам рады, мы будем стоять на месте. Ну да. Стоять на месте стоять. А, так это может... Подорвать можно. Так, взаимодействие пестик. Вот еще разок. Не знаю. Ракета, разберешься с ветками. Мне их взорвать? Мы все да. Подряд теперь будем взрывать. Гамора, расчистишь дорогу. Лишь бы добраться до Хеллбендера. Вот так. Имя леди Хеллбендера. Где Гамора? И нам не будет аудиенции, если мы не проявим почтение. А кто аудиенция? Зовет меня блудницей отродьем Таноса? Верное описание. Все понимают, о какой блуднице речь. Так. А ее сестра не была. Я забыл о блуднице с синей кожей. Гамора приемная дочь, так что это неверно. Именно.
А еще не блудница. Ну да, да, это тоже. Нужно выбираться из этих джунглей. Была бы блудницей. Тут хоть сухо. Лучше мокнуть, чем плутать. Первый был. Я бы не сказал. Спросим у них, как пройти. Они сами по себе ответ. Серьезно? А, типа как указатель, что ли? Может, это не стрелка с надписью «Крепость». Изваяние святого защитника. А из поселений я тут видела только одно. Крепость леди Хеллбендер. Так, пойдем в другую сторону. Вот. Собрал. Подождите. Нет. Ну, прекрасно. Стоп, это что, техника Читаури? Спроси у Читаури. Нет, точно. Это выдвижной мост. Такие были в тюрьме, где я сидел. Жаль, управляется он с той стороны громадной пропасти. Что ты делаешь? Нам нужно скорее покинуть джунгли. Я переброшу зверя через пропасть, и он активирует мост. Я тебя сейчас активирую дыру в морде. Так. Отпусти! На, надо, енот там нужен. Не надо швырять ракету. Как скажешь. Эх, вы что, тебе дети? Как перебраться? Сам раздевши. Буду на лицо. Осмотритесь, найдем другой путь. Ракета. Случится что с ракетой, что потом делать будем? Как думаете, это монстры, которые здесь обитают? Это изваяние. Я уже жду. Не выйдет. Мы оба знаем, что так далеко ты не дотянешь. Давай. Возможно, леди Хеллбендер отразила нападение, и это часть ее трофеев. Что бы сюда приспособить? Это что такое? Выше, ага, скульптура. А я что-то нашел. Проще будет швырнуть. Нет, не проще. Вдруг он сломает ногу. Останется еще три. Руки прочь от ракеты. Так. Ракета прав. Руки прочь от него. Да, да, нормально. Отстань. Да что с тобой? Мне не нравится, что уволень хотел меня швырнуть. Чему злиться? Я тебя не кинул. Потому что Квилл тебе не дал. Тут так, нечего обсуждать. Выдвижной я мост. Я это запомню. Психопат Кататианский. Опять решаешь все проблемы пальбой? Да. Смотрим. Давай. Что тут у нас? Ого, как тут темно. Если наткнешься на монстра, скажи. Планета монстров, точно. Так. А что ты не... Так. А что ты сразу не стал делать эти ноги? Козлина. Эй, она не беспорядочная. Я все делаю со смыслом и еще с героизмом. Правильно. Да я вообще парень ураган. Эй, я нашел еще одну древность. А, может, изготовим катапульту? Вот это давай. Чудо, что он выстоял, несмотря на бури. Дракс, можешь его повалить? Ай-та! Хм! Я
их разозлил. Их? Нас выслеживают. Класс. Так. Просто класс. Вот сейчас мне интересно очень даже. Пойдем, пойдем. Не-не-не-не-не, куда пошел? Они меня не пускают обратно. Запрыгивай. Так. Ну я не знаю, покуда они проходят тогда. Ладно, только не свалитесь. Вот так на подстве. Так, мы были там. Эй. Отличное место для скульптур. Вы слышали? Приготовьте. Да кто лишь мать-то? Так, останови их. Мой выход, ракета! Мы можем полететь на чудовище в клетке холба. Я не полечу на том, что пытается меня создать. Так. Вали их. В следующий раз сам разбирайся. На тот свет я спешить не буду, приятель. Так. Давай, ловай, вали его! Береги! Все время забываю. Того, как они победят тебя! Спасибо за помощь, здоровяк! Ракета! Подрывай! Покажи им, что ты можешь! И честно, они летают! Мертвые летать не умеют! Давай, 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 давай! Его нужно наказать! Тихо, 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 тихо. Спасибо, приятель. Держи, держи, держи его. На. Я сражусь со всеми чудовищами, леди Хеллбендер. Она не заплатит нам за восполнение колец. Держи, держи, держи его. Спокойно. На. Ну, блин, так тогда сложновато следить за всем подряд. Да, я тоже чувствую, что заблудился. Так. Так, разрядить барабаны. Глаз урагана, что это за оно? Ну, тоже неплохо, конечно, но нет. Вау, костюмы. Какой костюм одеть? Давай. Вот этот. И... ракета. Так, гравий-граната. Вот надо. На. И давай переодевайся уже. Будешь стильный енот. Так, у тебя что? Да не ты. Агрессивные корни. Это что такое? Грудь заставляет так корни. Ага, вот. Могучая хватка. Так, крупного противника вызываю умеренное глушение. И это все закрыто пока. Так, удары с тени. Гамора перемещается между противниками, поражая каждого из них ударом, наносящий умеренный урон. Если она
может атаковать только одного врага, то несет ему несколько ударов. Ладно. Пока. Куда нас занесло? Осмотритесь. Наверняка где-то здесь есть тропа. Енот. Мы точно знаем, что нам сюда. Эти статуи же не сами сюда пришли. Их принесли. Кто принес? С какой цель? Сюрприз, это что сюрприз. Такое? Еще одна статуя. Лучше уж жуткие статуи, чем жуткие монстры. Наша задача продать монстра, Питер Квилл, а не статую. Да, еще наша задача не загнуться. Я... Давай. Так, Гамора, думаю, нам сюда. Парим на 50 юнитов. Конечно, сюда. Ничего мы не дошли. Нам еще полпланеты надо пройти. Эти Хеллбендер пересекают джунгли за 7 шагов. Несомненно. Или перелетает через горы. О, она еще и летает? У нее есть летучие питомцы. Дракс, кое-что в твоих рассказах звучит неубедительно. Да не то слово. Твои навыки пилота тоже неубедительны, Питер. Так, Лики. Ты не поспоришь. Понятненько. Ой-ой-ой. Как, блин, все сложновато с этой перезарядкой действовать. Получилось. Так, а на руку-то мне не надо, да? На руку мне не надо. И получается, что только так. Я думал, в воздухе еще можно будет. Гамора, расчисти. Сделать это. Говорят, Лео Хеллбендер чувствует каждый порез на теле ее джунглей. А мы тут накрошили уже. Бомбардировщик Нова. Я таких не видел со времен войны. Чтобы подбить такой, нужен был десяток кораблей. Десяток. Или одна лазутчица Читаури. Сочту это за комплимент. Крепости все не видно? Не. Мы точно идем в ту сторону? Да. В чем теперь проблема? Да. Нет. Пусть сначала кто-нибудь другой рискнет. Так, нам надо мы вот так кольцом пройти. Товаром является только один. План А и план Б. Ясно? Вам не кажется, что пора идти? Давай, схватись. Я уже забыл, что я так умею. Главное... Иди уже. Нет, сам иди. Ну, кто-нибудь. Лидер должен подавать пример. Если это не опасно. Мне ведь нужно прикрывать вас. Ну-ну. Вот видите, бояться нечего. С такими-то бедрами. Ладно. Не вздумай толкнуть меня, убийца. Если нужно убить, есть способы получше. Вот енот-то кого прятаться-то? Взял да прошел. Потихоньку. Конечно, потихонечку. Что за хрень? Назад пути нет. Грот говорит, внизу что-то есть. Чудище. Да не важно. Очень важно. Все равно она неустойчива. Идите. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё ты не сходишь? Вы эти, блин, эти ботинки ослиные работают через раз. Надо у того, у кого браво, просто голову оторвать его за такие ботинки. В любой момент, когда я второй раз нажал, тебя должен только с полутычка заводиться. Сам же не видишь, что надо включать. Ой, балбесина. С бракованными ботинками. Так, а что надо было нажать-то? А, все понял, это же у меня рукопашка стоит. Ну. Я уже даже забыл, что у меня рукопашка-то есть. Сейчас. Я видел огромное еще большое. Что?
надо. Все. Надо же в определенный момент жать, а не просто тыкать там. На бум. Ладно. Ничего страшного. Сейчас. Заклиначим. Ой, игра такая, надо привыкать. Поймал. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Но дальше сам. Питер Квилл, мы здесь не одни. Так. Как не вовремя. Ух ты. Здорово. Ребят, вы знаете, что это? Чудище! Так. Когда вы опустошаете один из индикаторов, его метка исчезает и появляется следующая. После устранения всех меток появляется последняя шкала здоровья. Ну это я так уже понял. Ну-ка, давай-ка. Где на кого ты охотился? Сожрут твой труп! Настоящий круговорот жизни, Драк! Давай! Серьезный ход! Это смертельно! На! Давай лупи! Берись со своей судьбой! Эй, вот эту тварь продади! Когда я закончу, продавать будет нечего! Подержи-ка ее. Скотину-то. Прокиньте этого зверя, я вспорю его мягкое брюхо. Не хочу, чтоб меня съел головоногий тигр. Потому опа. Ты предпочел? Давненько я ничего не взрывал. Э-э-э-э. Понять, как ее вскрыть. Подожди, мы же вроде как... Моя великая сила не используется! Пришпили его кровь! Мы же его вроде как... захреначили. Эй, вот эту тварь продадите! Медикал Бендер не купит такое прозаичное существо! Блин, все забываю. Берегите его, подсказ! Так, увидев подсказку Е, нажмите, чтобы выполнить особую атаку. Мне по душе. Так, это что такое? Если ваша шкала преимущества активна, это где она? Ну, предположим, так, то в бою вы сможете увидеть подсказку об особой атаке. Нажмите на нее, чтобы страж воспользовался этой возможностью. Успешные особые атаки обездвиживают врагов. Мы не убили. Тварь! Бейся до конца! Хвост отрубили только. Убежал. Вот, убегает толстячок. Но только не поджав хвост. Да. Пойдемте следом. Покончим с ним. Ты знаешь, что ты вселяешь страх? Да. Но наверху определенно есть выход. А это то, что нам нужно. Заодно сориентируемся на местности. Решено. Сберемся по этой конструкции. Да, блин. Ладно. И как это сделать? Вопрос. Или как? Или мы посюда попали сюда? Блин. Может, твоя чудо-маска избавит нас от пустых поисков, Питер Квилл? Хватит ее так называть. Я начинаю думать, что Витер лучше было отдать мне. Ну-ка, давай. Здесь мы согласны. Я вижу, что Питера Квилла предпочтительная лжик разума. Господи, ты всех обосрал, как только можно. Расканируй-ка корабль. Ты
и правда. Может, система еще работает. Смотрите, тут еще один из этих старинных верстаков. Неудивительно. Может, кто-то хотел починить бомбардировщик. Так, ладно. Ракета, давай глянем, работает ли он. Да, хорошо. Надеюсь, монстров мы больше не встретим. Тактическое сканирование. Может сканировать врагов в бою с помощью визора. Так. Неваляшка. После сбивающего ног. Вау. Вы создаете дополнительные восстановительные здоровья, нанеся смертельный удар после взлета на реактивных ботинках. Нет, нет, нет. Вот это ящейка компонентов. Так. Блин. Давай вот это, скорость восстановления щита. Так, и готово. Ну, пока. Пока все. Так, что дальше? Мы собирались залезть на эту конструкцию. А. Куда? Ты собирался залезть на эту конструкцию. Так. Гамора, как высоко ты сможешь забраться? Сейчас узнаем. Упиваешься моментом, убийца? О чем ты? Смотришь на могилы врагов. Корсу снова не мои враги. Они были врагами моего отца. Так. Ага. И... вот так, нормально. Есть там что-нибудь? Сейчас посмотрим. Я вижу замшелый реактор. Его можно сбить парой выстрелов. Сканируем. Вон тот реактор еле держится. Весь какой-то замызганный. Фу. Слышь, Квин, глянь на стойку того крыла. А ведь очень круто. Ура! Этот малыш наш билет наверх. Ну, вроде. Это не малыш и не билет. Это реактор. Тракс, тебе ведь не трудно будет сдвинуть его. Не трудно. Как и могучая леди Хеллбендер, я исключительно мускулист. Знаем, крепыш. Так, а куда ты хочешь? Сюда попасть? Этот агрегат чрезвычайно тяжел. Так ведь и ты исключительно мускулист. Да. Поэтому с таким весом я справлюсь. Ты хоть знаешь, куда его ставить? Я лишь выполнял указания лидера. Давай. Вот сюда. Сюда, пожалуйста. Сейчас сделаю. Мы помогли ему. А исключительно сильную. Мне не хочется опять промокнуть до нитки. Возможно, буря улеглась. Учитывая нашу скорость. Супер, спасибо, Дракс. Какая польза от него здесь? Увидишь, увидишь. Какая потерпи. Польза? Монстра не видит. Можно ли туда спуститься? Питер, подпрыгни! Вау! Весело! Он погиб? Да сейчас размечтался. Нет! Я жив! Тебе это что такое? Помощь, да нет, я сам выберусь. Гамора, вытащишь меня? Сможешь вогнать меч в трещину? Эй, думаешь, он там застрял? Возможно. О, подожди. Да ладно. А вот как думаете, за что они здесь сражались? Может, ни за что. Да, ты не видел больше этого огромного? А, да, я разрешил ему съесть первым Грута. Да шучу, я Грут. Может, уже начнем спираться наверх? Давай. А, берем эту штуку. У нас же вроде не было больше ничего, правильно? Или еще что-то оставалось здесь? Не растащили на запчасти. Стервятники сюда не залетают. Он прав. Тут приземлиться-то трудно. Что уж говорить. Нет. Про поиски лома. Оп. Оп. Извини. Помощь бы не помешала, Драк. Пойдем. Поставь здесь, пожалуйста. Давай. Сделано. Будьте так любезны. Битте. Битте. Герой войны. О, Данкишон. Что дальше, Питер Квилл? Блин. Она обязательно ее убивать? Что дальше? Пойдем, что дальше?
Как думаете, там остались трупы? Высохшие, все такое. Если они внутри, то высохнуть не могли. Там слишком влажно. Ха, вот видишь, пошли на удобрение. Грут, можешь как-нибудь опустить это крыло? Давай. Он не так силен. Говорит, нужно что-то острое. Тогда Гамора. Теперь заберешься? Я мигом управлюсь. Навевает воспоминания. Впечатляет. Ну, справились. Мы все молодцы. Я помогал морально. Ладно. Да. Нас ждут гнущиеся под ветром скользкие ветки. Одно неоспоримо. Мы бы точно не достигли цели, если б не убийца. Кракс похвалил Гамору? Я воздаю каждому по заслугам. Ну, наконец-то. Мы все знаем, что Гамора очень клевая и способна. Вон она! Крепость Леди Хеллбендер! Она больше, это точно. Ха, она не больше, это мы приблизились. Спасибо, Дракс. Ну, Дракс-то да, вот чего-чего тут? Куда там делся капитан Раззява? В логике-то ему не откажешь. Если позовем нас, я все. А то... Капитан очевидность. Ребят, смотрите, какая тут куча дерьма на земле лежит. Такая интересная. А давайте потычем в нее пальчиком. А я ведь все слышу. Здесь вроде можно спуститься. Квилл, глянь на этот корабль. Узрите гнев Леди Халдера. Да, нам все равно вниз, что у него смотреть. Слизь. Ребят. Вытащите меня. Погодите, пока спускаться. А почему-то так глубоко. Увязли? Думаешь? Одна-одна, молодец. Господи. Ты шмагов сын, тянись. Меч бесполезен. Найди веревку. И побыстрей. И где я найду веревку? Не знаю. Я тут тону в желе. Квилл, сделай что-нибудь. Мять, например. Мять. Давай. Давай. Енотик. Квилл. Енот. Так. И в кого мне стрелять? Так. Ага, надо вот так вот. Все. Ладно. Сейчас будем исправлять ошибки. Надо успеть спасти хомяка. А то как, ну без енота? Это самый такой нужный член экипажа. После меня. Слизь. Который, кстати, мне нравится. Ребят. Твои батоны. Они же булки. Погодите, пока спускаться. Не послушались. А почему-то так глубоко. Увязли? Думаешь? Давай. Ты шмагов сын, тянись. Меч бесполезен. Найди веревку. И побыстрей. И где я найду веревку? Не знаю. Я тут тону в желе. Не тони. Сделай что-нибудь. Вот, например, Грут-то, почему не можешь, что ли, сделать из себя веревок там? Поновить. Квилл. Давай, я уже готов. Квилл. Знаю примерно, что делать надо. Да, что-то такое, правда, я не знаю, что-то такое становится. А, вот так еще сделать надо. Так. Что ты сделал? Колдовство. Так холодно. Ракета! Вытащите его! Да выталкивайте его быстрее. Нет. Вот так. Грут молодец. У меня что, новая пушка? Объясни, что это было.
Не знаю, мои бластеры... Такое было только раз в детстве. Специально не умею. Спартанская техника. Ха! Вот думаешь, уже все повидало тут. На тебе. Вот тебе. Слушай, убери дай свои руки. Ага. Квилл, я просто хочу разобраться, а не то решу, что это магия. Или колдовство. Парни. Это не важно. Или ДНК-кодированные нейроцепи с пластичными наносплавами. Или колдовство. Ну вот опять. Так, стихийные выстрелы. Нажмите один, чтобы выбрать ледяной выстрел. Значок над шкалой здоровья противника означает уязвимость стихия. Стихийная шкала восстанавливается со временем, а боеприпасы выпадают с врагов. Ага. Так, ладно. Готов, кубик льда. Прикольно. Мы так рады за тебя и твои пушки, Квилл. Так. О, да! Подожди. Эти пушки просто что-то! Я предпочитаю меч! Ракета! Давай! Давай! Кому мелко порезанное желе? Эти пузыри беспомощны перед тобою! Опасайтесь его острых углов! Давай, давай, вот так вот! Ты такой крошкой он немало вытерпел, он сюда не пошел! Подожди! Эдра! Это приводит меня в восторг! Лучше тех мягких! Так. Подрывай, ракета! Пузырь разоткнулся! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Он спрашивает, чего мы не уничтожим это ядро внутри! Осторожно, осторожно, осторожно. У этого пузыря нос! Ближе! На. Готовься к бою, ракета! Тобой все прожалеет! Сломай его кости! Давно я никого не нарезала! Желе готовится к нападению! Вали его тогда! Что разрушать? Я устраню! Для больших проблем большие помощники! Спасибо, Драк! Давай! Вали его! Берегись! Цепи! Эта слизь снаружи продолжает восстанавливаться! Надо сосредоточиться на шипах внутри! Железка не главное! Ракета! Низкий штаб! Да! Выдохнем! Давай. Питер, ты ему поможешь? Блин, нифига себе. Нет, 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 нет. Берегитесь, шипы! Ветки в руки, друг! Спасибо, Крюк! Очень вовремя! Твоя помощь неоценима, Питер Квилл! Да. Вырасти не успела, ты его уже перерубила! На! Давай, за дело! Умри с честью! Оглушение. Убил. Труд говорит, эти штуки трудно смыть. Мы уже близко, но придется лезть наверх. Думаю, можно его перелезть. Динь-динь-динь. Золотую звезду гению. Давайте подумаем, как тут забраться. Интересно знать, подождите. Это же можно усилить, нет? Или только оно один раз усилится? А у тебя какая одежда? Ну давай, всех парадно походим, кроме Грута. Грут, потому что и так звезды красавчик. Звезды из водорода, а не из золота. Это планетой. Так, ладно. Что это? Может, получится выдвинуть его. Доступное взаимодействие, пушечный заряд. Энергии мало. Может, вытащить их вручную? Будет что-то вроде ступенек. Это мысль. Твой выход, Грут.
Давай. Квилл, глянь, у него остались исправные орудия. Дракс, вытащишь это орудие? Попытаюсь. Давай, давай. Оно упрянее, чем я думал. А смотрите-ка, вытаскивает. Невозможно. Оно уходит обратно. Ты не мог подольше его подержать? Сам попробуй его подержать. Так, понятно. Дракс, попробуй еще. Зачем? Оно не держится. Хочу разобраться. Давай. Нужно как-то его зафиксировать. Я не смогу держать вечно. Получилось? Да. Я впечатлен, Питер Квилл. Надо достать следующее. Дракс, ну-ка, можешь вытащить верхнее орудие? Невозможно. Оно слишком высоко. Так, а это что у нас? Там небольшая дыра. Может, сможем что-нибудь выдвинуть изнутри? Ракета, залезь в эту дыру и попробуй как-нибудь изнутри разблокировать орудие. Алло, это корабль Читаври, там полно мин и всяких ловушек. Ползи, давай. Ты ведь такое любишь. Да, что правда, то правда. Люблю. И мне всегда было интересно, как выглядят корабли жуков. Ладно. Чем воняет? Это... Ой! Что там? Ракета, ты в порядке? Я нашел экипаж. Видимо, даже черви не хотят жрать дохлых Читаури. Ракета! Спокойно. Сейчас я перенаправлю оставшуюся энергию на орудие и ничего. За ну это, и что? Класс нет, я все взорву. Что? Стой ты, стой! Там же мины и всякое... Вот, все нормально. Ты посмотри, он активировал орудие. Ракета, ты живой? Да, теперь еще и другой. Иди сюда, дай взглянуть на твои пушки. Нет, я не дам тебе свое единственное средство защиты. Ладно, заберу их, когда ты уснешь. Тогда перед сном я положу их под подушку. Класс, не искать тебя. А нет, как мне тогда это зафиксировать? Ну вот, путь наверх да, открыт. Давай, это мы уже проходили. С этой грудой мусора. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Так теперь она велика. Увидимся в следующей серии. Пока.